И всем привет, дорогие зрители моего канала. Сегодня будем просто тренироваться в Free Fire. Просто вот так заходим в классический режим. Заходим в тренировку, короче. Сегодня просто будем тренироваться. Кому интересно, можете оставаться. Кому не интересно, можете выходить. В принципе, я вас тут не держу. Так, давайте, наверное, начнем. Всем просто будем тренироваться, будем делать киллы. Кому нравится, можете ставить лайки. Ну, как кому, короче, сейчас мы заходим. Сейчас тут... Так, все, мы его загрузились. Короче, тут пишет, что у нас тренировочка. Ой! Вы, наверное, сейчас такие сидите там у себя дома. Такое так, не сидите такие. Так. Смотрите мой видос, такие... Здравствуйте, здравствуйте. Так, короче... Вот, короче, мы заходим. Так, сегодня будем, я выберу оружие, это двухстволка, так и называют, и дигл, ну как он написано, степной орел, не знаю почему-то степной орел, но почему-то так. Так, короче, у нас больше ничего не надо брать, в принципе, тут рюкзак, ну давайте просто по приколу возьмем. У меня такой, короче, пасхальный рюкзак, в принципе, он мне нравится, почему бы и нет. Так, короче, давайте, первая задача это сделать собственный мой килл первый. Типа, чтобы не кто-то меня убил, а я кого-то убил. Хотя, короче, я вообще учусь стрелять в голову, это именно с дигла. Мне кажется, я сейчас... Понятно, миссия провалена. Я хотел просто первый сделать килл, самый первый, типа, не умереть, а сделать килл. Короче, моя задача сейчас это пойти на вон ту вышку, там находятся эти стеночки. В принципе, они мне нужны, как бы. И... Блин. А, блин, что-то не летят. Не залетает. О, что-то пошло хотя бы. Блин. А, блин, они все мои киллы забирают. Блин, вообще еще ни одного килла не сделал, блин. Просто все коцают. Ну, это сейчас время... Время пока еще. Еще пока как бы разминочная, разминаюсь, в принципе. Да блин! Блин, вообще все просто патроны трачу. Ни единого. О! Так, короче, давай сейчас какие-нибудь челленджи придумаем. Да блин, это ладно, не рад. О, вот она взлетела. О, тоже еще. Да, видел, просто с одного выстрела, типа, выстрела. Там, надеюсь, челика нету. Давайте возьмем дигл и попробуем сделать хэд. Все, короче, хана мне. Хороший мы дали хэд. О, видели? Просто тупо взял и натяжки сделал. Как так? Просто водопад. Ебан, сука, ему хп нанес. Ой, аккуратно. Ладно, короче, наша задача вообще забраться на эту вышку и взять хотя бы пару. Понятно? Ай, лол. Тут кто-то добил, типа того. Давайте заходим вот сюда, залазим. Сейчас будет к окна. О, залезло. Так, выбираем баночки. Какие баночки? С этим Браустасом. Так, все, короче, мы вот взяли стеночки. Давайте еще возьмем, припаснемся. Нам, в принципе, понятно, я просто хотел взять стеночки и в конце упал. Да, в принципе, не ожидал. Кто умеет натяжки, просто тупо пускаемся в комменты и просто пишем. Вот только вот такая же. Короче, давайте, короче, челлендж. Короче, как челлендж, короче, смотрите. Мне нужно убить, короче, 4 людей, не умирая самому, типа вот. Вот типа я должен убить, не умирая. Вот все, раз уже есть.
Так. Давайте попробуем с дигла кого-нибудь. О, блин! Ну, то есть было хэд, но я просто, у меня не получилось. Я только два убью, короче, сам тух. Так, походу, вот у меня... понятно, хотел сказать, моя первая цель. Вот он. Все, минус один. Минус два. А, это буты. Так, вот мы третьего убили. Да, вот третий по счету. Блин, третий. Мы третьего почти убили. Мы три убили, надо было еще одного. И мы закончили челлендж. В принципе, мы почти его выполнили. Сейчас берем диглет. Так, берем. Надеюсь, короче, мы выполнили его. Короче, бежим к этому челику. Вот так, берем, прыгаем. Полетаем. А где? Откуда? Блин, ничего, не телефон упал. На экран начал переворачиваться. Наверное, у каждого такое было. Ой, блин, сейчас я настрою. Так, короче, нам еще надо, мы еще до сих пор не выпали челлендж. Кстати, какие хочете челленджи, просто пишите комменты, короче. Ух, хэппи же жестко видели, да? Жесткий момент был. Короче, челик выбежит, и мы просто прыжки его кофе. Попробуем, короче. Ну, не ручайся себе. Ай, блин, в крысу! Короче, у нас по самому сильному рекорду было это 3 человека. Как видите, это тяжело. Ну, может, для кого-то это не тяжело. Это еще не такое уж, прям топовое, короче. Играю. Я вообще, в принципе, не играю классически, не играю просто. Либо я битвы отрядов играю, либо просто тренировку, потому что мне просто нравится играть, они типа не подрот. Так. Один есть. Сейчас давайте второго. Да блин! Крыса. Что за... Где? А! Просто я тупо лекли и сразу тупо. Как у меня там увидел? Короче, давайте сюда надо, короче, собраться и выполнять челлендж. Типа, уже реально пора. На раз. Убил тихо. Аккуратно. Так, сейчас попробую натяжка. Точно вряд ли у меня это получится. Ну, я постараюсь. Да блин, крыса. Блин, просто это, походу, невозможно. Для меня это невозможно. Сейчас, наверное, будет комментарий такой. Ну, Василий, раз. Ой. А, у меня диглец. О, все, спасибо, ты выпрыгнул. Просто меня спас. Я думал, сейчас я... что я сейчас опять, походу, сольюсь. Ну, как видите, типа... Как мы сделали один килл, пока мисс. Именно на этом моменте. А, понятно. Какие-то обманочки. Ой. Я, блин, зоки меня трошки добили. Я в крысе. Давайте на кошечка почти получилось. Ах, капец они! Короче, походу реально это для меня это очень трудно. Блин, что-то вообще как-то туплю вообще в этой на видео. Какого фига там? Кошек. Давайте еще, короче, будем просто тихо сейчас сосредоточить, потому что... Так, опять не просираем, просто не понимаю, как это выполнить этот челлендж. Мне кажется, надо его тихо делать, типа, как вот. Убил, ушел. Ждешь, убил, ушел. Он как, типа, крысы. Как часто бывает в это... Ой, какая стеночка. Надоел со своими стенками, все, у тебя больше нету их. Да блин, ну опять крысу! Да туда упали! Тут же крысу нападают на меня. Нечестно. Я так не играл. Так.
Да блин, вообще что-то вообще как не попал в граве, я не знаю. Да блин! Кстати, я хотел с вами поговорить на одну тему, короче, я тут, меня, короче, скачал этот... Текстурпаки прикольные на Майнкрафт, короче, я хочу, вообще планирую записать его летсплей. Типа прохождение Майнкрафта. Кому нравится эта идея, просто тупо лайк. Так, тем временем, пока я говорю про летсплей Майнкрафт, я убил одного челика. Сейчас постараемся убить второго. А, ну, я понял. Сейчас только меня, чтобы главное не убил. Пацаны, доели, просто это невозможно. Максимально это 3 было, и то это как мне сказать, как повезло. Так, давайте попробуем. Так, короче, я убил одного. Так, вот мы убили второго. Сейчас вообще жесткие моменты. У меня нету хп! У меня нету хп! Если он сейчас меня убьет, это будет жестко. Да блин! Раза 2 кила! 1 гигабайт у меня, понимаете? 1 гигабайт уже время заканчивается. Мне скоро памяти не будут записывать. Просто я не могу этот челлендж выполнить. Не знаю, я походу так плохо играю, потому что даже челлендж не могу этот выполнить. Я мега... Не... Да не летят натяжки! Ну вот не летят! Вот не летят никакой, надо! Давайте просто надо сейчас реально так лучше, потом будет мужик. На ему в спину один выстрел. Так, в спину. Почти залетело, ну блин, ну почему не летят натяжки? Я смотреть не могу. Почему? На, третий. Четвертый! Я просто четвертый. Вроде четвертый, короче. Но. И. На. О. Короче, всем вроде выполнить, короче, челлендж, мне кажется. Или не выполнили, просто что-то не очень помню. Ну, вроде на монтаже, короче, посмотрю. Если что. Ладно, короче, я думаю, что нам пора выйти. Сейчас, короче, там что-то загрузки какие-то. Так, короче, на этом, наверное, прошу прощаться. На этом могу прощаться. Я желаю удачи. Всем пока. Пока-пока. Yeah.